А вот еще один пример женского бизнеса. Что мы делаем, если купленный костюм сидит неважно, а брюки необходимо укоротить? Правильно, идем в ателье. Сколько стоит открыть такое дело, каков первоначальный доход и чем привлечь клиентов? Анастасия Логвинова знает ответы на все вопросы. Я представляла его, может быть, даже не совсем так, но оно получилось даже сверх. Но обо всем по порядку. До свадьбы 2 месяца. В поисках идеального платья Рита обошла не один десяток салонов. Единственный плюс – будущая невеста поняла, каким она видит свадебный наряд. Да. Расскажи, что ты хочешь. В силуэт русалка. Так, тут кружево, да? Это чтобы покрыто было кружево. Угу. Так, давай подумаем по спинке, как будет. Идеальное платье для Риты создадут с нуля. Сестры Анна и Надежда, близняшки, открыли свое ателье сестер Левицких. Просто у нас мама как раз портной, она большой опыт работы, поэтому да, у нас было все это на глазах. То есть, когда мы жили в куче тканей разных, да, то есть, как, с детства перебирали их там всякие. Окружала нас, то есть мы шили там нашим куклам какие-то платья. Мама шила нам, мы шили нашим куклам, такое было. Чуть подросли, стали сами себе шить. То есть просто лучший учитель – это мама, на самом деле. Она рассказала все тонкости, все хитрости. Они видят платье сразу как 3D-объект, конструируют его как архитектурное сооружение. Это умение открылось во время учебы. Анна и Надежда – обе архитекторы-дизайнеры. Такая детская мечта, наверное, была, когда спрашивали, кем вы хотите быть. Да? Мы говорим, мы хотим собственный бренд одежды. То есть всегда вот это, кто-то хочет быть там космонавтом, у нас вот именно связано было с дизайном одежды. Каждый валан этого болеро выполнялся по макету, как скульптура. Это фотосессия в Париже. Фотограф впечатлен сложной архитектурной формой. В объективе и платье из коллекции безмятежное. Опыт кропотливой работы сестры приобрели на производстве свадебных платьев. Ну, производство, оно очень сильно ограничивало всегда именно в творчестве. Должно было бы что-то очень простое, и, ну, были какие-то идеи, а тебе говорили нет, ну, подешевле, делай проще, подешевле, и все равно, как бы, кто-то стоит выше, он диктует рамки. А, хочется самим делать рамки, вот что хочу, то и делаю. Сейчас Анна и Надежда готовы пошить наряд любой сложности, хотя их ателье существует всего несколько месяцев, но это если говорить о бренде, в багаже более 200 работ. Конкретно на этот бизнес, да, вложения, наверное, были минимальные, но я считаю, что никаких не было. Вот вложения только на то, чтобы, наверное, и то, вот просто отшить первое платье. Но и то, как бы, первые клиенты, которые были, да, работы, это были еще, как, пока не училась в институте, то есть появились знакомства, они, то есть, да, не было никаких вложений. Сейчас клиенты находятся в основном через социальные сети. Платье на заказ стоит, конечно, дороже, чем салонное, но это ручной труд, а не фабричный. На одни только пришивание валанов ушло, мне кажется, в порядке в общей сложности часов 18, наверное. Речь идет о платье для Риты. Оно готово. Как и хотелось, силуэт русалка, десятки нежных валанов и кокетливая шнуровка. На создание платья ушло около 2 недель. Я ожидала, что свадебное платье, да, оно очень там плотное, в нем тяжело на самом деле находиться, это тяжелый день для невесты. Вот сейчас я понимаю, что это на самом деле платье супер легкое и не предоставляет каких-то неудобств. Сейчас Анна и Надежда Левицкие планируют выпустить к Новому году авторскую коллекцию одежды, ведь их мечта – собственный бренд. Ну а следующий этап – штат сотрудников. Чтобы я конструктором была, чтобы мы уже могли больше развитием заниматься и вот непосредственно разработка как раз. Дизайн, что хотим, да. Потому что, ну, не хватает рук. Анастасия Логвинова, Сергей Бондаренко и Михаил Хворостян. Стартап.